с бронзой все-таки хороший и достойный результат. Я считаю, знал. Не сказали бы. Хорошо. А что все-таки не позволило продлить серию в этом матче? Да сейчас сложно сказать, честно. Сейчас будем разбираться с тренерами. Но физическая усталость есть, сразу скажу. Сказывается. Ну, о чем вы, ну, о чем первым подумали, когда был понятен результат матча? Какая первая мысль пришла в голову? Первое то, что закончил сезон, хотя не хотел его заканчивать.